Всем здрасте! Ташкент вечером. Сейчас мы находимся рядом с театром Алишера Наваи. Вот он, видите, по левую сторону. Он, кажется, горит разными огнями. А с правой стороны идут у нас рестораны. А также здесь есть, знаете, такой цветочный магазин. Он много-много лет на этом месте. И такая широкая аллея. Театр Наваи. Все горит огнями. Вот этот цветочный магазин такой большой, он очень красивый. Так, вот так мы подходим уже к главной, как это, лицевой стороне театра Алишера Наваи. Сейчас прохладненько вечером. Уже, видимо, гуляющих. Вообще здесь очень много народу всегда гуляет, приходит погулять. Здесь такая большая площадка перед театром и аллея. Здесь очень много летом, особенно когда работает фонтан. Здесь есть фонтан. Сейчас он не работает. Летом здесь вообще народу очень много. И приходят к фонтану люди. Так, ну вот он, наш театр Алишера Наваи. Ну вот так, наверное, да? Эти огромные колонны, главный вход. Вот так вот выглядит театр ночью. Впереди, напротив театра, это бывшая гостиница «Ташкент». Сейчас она называется Лотте Сити Хотель Ташкент Палас. Длинное название. Ну, в общем, называется гостиница Лотте, ее называют. Через дорогу это ЦУМ. Ташкентский ЦУМ. До сих пор этот работает, универмаг. Так. Ну, вот так. Мы подошли. Вообще, раньше в этом здании МИД был, но сейчас я не знаю, что здесь. Вот так мы подошли к главной дороге. Вот такая у нас вечерняя прогулочка сегодня была. Вот, видите, здесь красненький, меняет цвет театр. Очень красиво. Вот такие аллеи. Всем спасибо за прогулочку.